Здорово всем. Возвращаемся к сталкеру и вспоминаем, что надо делать. Хабар баржи. Где-то в центре под мостом. Хабар баржи. И наемников лагерь. 15-19 время. Все советую делать строго с утра. Чтобы у вас был запас времени. Сказал бы, кто месяц назад ни на что не поверил. Чтобы у вас был запас времени. Здравствуй! Кнись. То есть в противоположном вообще направлении хабар, к сожалению. От меня. Даже вот куда-то туда бежать. Пойдемте сгоняем за ним, мало ли там что-то полезное не стоит. Придурок, учись стрелять, чел. Смотрите, они замочили сталкера. Причем у него точно такая же пушка, как у меня. А вот бандитов я вижу. Кстати, хотел попробовать на них пистолет. Хорошо. Котовск атакован. Блин, печально. Ладно. Что ж поделать. Хорошо, что сделали в этой модификации. Действительно, вот. Мне не хватало этого обычной части. Куда девать плохое оружие. Вот куда его девать? Там. Я почему-то продать его не мог. Этот сыч не покупал. Хотя давно такого NPC вести, который будет покупать у тебя вообще все. От гвоздя до вертолета, условно говоря. Под мостом хабар баржа написано. Ну вот он, да. Да. Персональный тайник. Аптечки, деньги. Стальной шлем. Хорошо, с этим разобрались. Станция переработки отходов. Один человек фиксируется, а кто? Двое. А, вон, впереди там кто-то есть. О-о-о! Давайте-ка. Ну типа. Станция переработки отходов. Пошли. Поворачивай глобли, сталкер. Тебе здесь делать нечего. Ну я ушел. Все. А с бандитами что будет? Сталкер, вали отсюда, пока ноги не повыдергали. Ушел я. И бандиты даже ушли, смотрите. Убежали.
Я, блядь, из-за этой музыки ебучей, блядь, авторские права прилетают постоянно под каждым видео, которое записано. Уходи, уходи. Чё ж у меня все гонит-то? Надо вспоминать, как я в оригинальном Сове Припяти, ну, доставал. Надо их посчитать, наемников, посмотреть. Да, у меня, правда, нету сейчас при себе... О! Смотрите-ка. А тут у него что есть? Конвертер гранат. Пригодится. У меня этот... Бинокль, он захватывал цели, а здесь он не захватывает. Ну что, будем также пытаться пролезть. Ну, я посмотрю сейчас по индикаторам. Они меня не видят. То есть на шарике, на вот этом радарчике. Ага. Так, так, так. Да, их там, по-моему, очень много. Бандитов. Ну, не бандитов, наемников. Вот, тут есть эта труба также, да? Отлично. Вообще, мне кажется, игрой так и предполагается, чтобы ты сработал здесь как можно скрытно. Украл ноут и смотался отсюда. Получится ли у меня в этот раз? Потому что там подвижный патруль, там чел ходит. Но нету. Так, мне тут фонарик не нужен, я, скорее всего, буду палиться им. Вот снова эта музыка, и снова авторские, блядь, права прилетят. Как ее выключить, а, музыку? Как выключать ее? Вот так, наверное. Но также звук пропадет музыки на локации, правильно? Нет, посмотрите, играет это говно, блядь. Пиздец. А как меня заметили? Как увидели? Ну что, уважаемые? О, веселей. На, держи. Повеселитесь сейчас. Они сквозь дым меня видят. Конечно, это бред. Не знаю, ребят, я выкинул туда кучу гранат, ничего не произошло. Я не знаю, как я их убивать буду. Ёб твою мать, вы чем таким стреляете, ребятки?
Они еще и гранатки кидают. Веселее, веселее. А, нет, я кого-то убил. Ходу радио взорвали нахуй, да это? Убил. Сталкеры, внимание! Сообщаю, двери Скадоска вновь открыты для вас. Не надо меня обходить. Вот я чувствую, что я как только сейчас отсюда спрыгну вниз, меня завалят. Стоп, ноги видел. Фух. Сохранится, может быть. С ним попал, в голову попал. Смотрите, он вставал. Внимательно. Осторожнее. Убил. Блин, там еще такая толпа. Хорошо. Сука. Где он, блядь? Не стои на месте. Я не вижу его вообще. А, он походу еще ниже, оттуда откуда-то стреляет. Не подставляться. Куда кинул? Осторожнее, не стоим на месте, не стоим. Так. О, флешка. Хабар крюка. Ебать у них пушечки, ребят, я вам скажу. Лечил. Один другого лечил. Я такое впервые вижу. Да, у меня перевес. А я жадный. Вы что? Ух ты, гад такой, блин, живучий. На тебя.
Знаете что, наверное, вот эти вот совсем убитые пистолеты можно и выкинуть. Тоже пистолет мне не нужен, хоть он и новый. Нет, стой, как это? Подожди, не нужен. Это, блядь, мой пистолет. Я ж забыл, что я с ним играю. Ну все. Ой, хорош. Так. А в чем прикол вот этого энергетика? Ну, от них есть, походу, ребят, прок, но только не, когда перевеса нет. К сожалению. Ебать, пиздануло как, а? Ой, ищем этих бандитов. Они пошли куда-то в эту сторону. Я хочу, чтобы они меня на Скадовск принесли. Сейчас мы там продадимся, сдадим квест. И будет нормалек. Вот куда-то сюда они ушли, нет? Что? Кто видит? Вторая собака. Хвост, еще хвост. Прикольно. Все происходит, смотрите, одна... Мутант другого погоняет. Так, я нашел КПК наемника Крюка. Вот как. Ну... Мне нужен тот, кто меня до Скадовска доведет. Хотя, в принципе, тут по сути до него недалеко, он после портовых кранов там дальше. Но вот так вот чапать еле-еле, это долго. А блин, выкидывать я не хочу, у меня столько оружия накопилось. И сейчас тех бандитов удастся поймать, которые меня сюда привели, чтобы через них уйти. Да, надо что-то думать, мне нужно... О, один фиксируется. Наверху. Ребят, есть наверху кто-то. Мне нужно что-то, что дает грузоподъемность, переносимый вес, все, что с этим связано. Вот это мне надо. Вот они, бандиты. Куда ушли? Ну, тут вроде уже какие-то, правда. Или это не бандиты? Ну, привет! Вольный сталкер. Давай, 300, да-да-да. Я дольше буду идти так, пешком. Привет, брат! Блять, придется вот эту фигню сюда. Что происходит? Куда? Привет, брат, и убежал. Что случилось-то? Так, борода. Как говорится, да. Есть для тебя пара артефактов. Держи. Неужто завязывать пора? Будет чего интересного заказать. Хорошо. Хорошо. Да что ты топч? Думаете, КПК по кличке Крюк. КПК Хребта. И ноутбук наемников. Это все, да, выполнено, получается, задачу. 400, ну блин, давайте сбагривать теперь ему. Вот это все, это мне не надо. Три таких.
набираем, мне тоже не надо. Вот эти оптические прицелы мне тоже не нужны. Ну куда мне? Зачем? Пистолетики, бинты. Блин, а где они? На, вот эти бинты. Держи, 7300, а патроны я у тебя вот эти выкупаю. Потому что у меня на вот эту мою штуку нету патронов. Так, вот это тебе. А вот это что? Тактика ведения боя у Dev Compact. Чего? У Dev Compact. Повышен навык ведения боя для Dev Compact. Где он? Вот для него. Ну, я его не использую все равно. Глушитель я продам. Вот это что? Радиопротектор, радиозащита. А, забирай, мне не надо. Работы нету. Мне нужна информация. Где найти инструменты для тонкой работы? За 20 тысяч. Пошел нахуй. Давай, давай, не задерживайся. 20 тысяч я их сам найду. Охуевший, блять, урод. Персональный рюкзак. На, рюкзак сюда тоже положим, мне зачем. Так. Пожрать бы чего хорошего. 1400 ремонт. А ведь нужно ему для какой-то там работы, да? Для тонкой работы все-таки. Ну, в принципе, может все-таки дать сечу 20 тысяч. Я не, просто не знаю, ребят, где эти инструменты находятся. Абсолютно. Давайте все-таки ему дадим эту двадцатку. Пусть с тобой. Где найти в окрестностях? То есть здесь. Для грубой я находил, для тонкой не находил. Держи. Отлично, словесно я не могу, а вот на КПК передам. Получен набор на Юпитере. Мне на Затоне надо, придурок, а не на Юпитере. Монолит, квестовый персонаж. Опа, опа. Хабар Крюка. Вон они, смотрите. Ну, ладно. Ох, ох. Пусть будут. Хотя бы там. Купил на будущее, можно сказать, себе местонахождение. Пригодится. Я хочу отправиться на Юпитер. Нет. А вот Хабар Крюка, да. И Монолит, квестовый персонаж Монолита интересен. Я не знаю. Но, по-моему, в Зове Припяти такого я не помню. Сейчас хоть был вот этот квестовый персонажик. Сгоревший хутор. Кто меня проведет на сгоревший хутор? Быстро только, ребятки. Любую сумму даю. Вот, давай. Слушаю тебя. Сгоревший хутор, где? А где сгоревший хутор? По расстоянию то же самое получается. Ну привет! Знаете что, хрен с ним. Ну, почему-то не хочет проводить меня на сгоревший хутор. Не собежать. Я хочу взять хабар и отправиться к Монолиту. Квестовый персонаж какой-то там интересный появился. Если сейчас удастся нарулить где с места хабара какого-нибудь проводника, цены не будет. В сторону. Вот опять эти лаги. А, сейчас нет. Странно, короче. Сказали, что оптимизация у мода хуёвая. Типа. Это нормально. Такое. Ну, как по мне, так быть не должно. Если ты делаешь модификацию, то она на 100% должна идеально работать.
а не так. То лагает, то не лагает, так не делается. Кто? Так, тут кто-то есть, один человек фиксируется где-то. Я понял, что за человек фиксируется. Оу. Я помню. Тимка параноик, наемник. А вот и хабар. О, там, кстати, мои любимые патроны у него. Денег, конечно, ни о чем. Вот они, патроны, мои любимые. Очень хорошая штука. Вот эти патроны серенькие, классные. Вот здесь что у нас? Мостик и все? Тупо-глупо мост, да? Куча впереди мутантов. Ох, ёптвою. Не, мне 100% надо мутить проводника. Очень далеко бежать, просто время серии очень быстро заканчивается. И пока я добегу, много времени пройдет. Поэтому бежим и шукаем, смотрим по сторонам в надежде найти проводника. Кто-то где-то стреляется. А, да, там есть кто-то. Так, мне надо мост. Или лесничество. О! Ёб твою мать. Ах ты, ублюдок. Чё? Я убил его. Я убил эту тварь. Ублюдок. Ты, сука, мне проводников убил, кусок говна. Из-за тебя мне придется теперь чалить, хуй знает куда. Вольный сталкер. Вот урод, а. Блин, а они тоже хорошие ребята. Вдвоем не могли с оружием его просто взять, перекрестным огнем накрыть и расстрелять. Ой. С такой высоты упал, миллиметр отнялся здоровья. На, надо же. Три человека, где? Я не пойму, где. А вон они. Так, ребятки. Убираю. Все. Что такое? Живот болит или что? Мне надо... А, он уже вот он, да? По-моему, он здесь был. Мост Преображенского. Почему нету его? Лесничество. Пошли хотя бы туда, блядь. До моста я уже туда. Сам пойду тогда. Исчезновение встретится с глухарем. С бандитами я не хочу воевать, их тут, во-первых, 20 человек, минимум. Я пока не такой крепкий, мне надо прокачаться. Тогда можно будет подумать, я думаю.
Вон он, мост. Идем к этому монолиту. С глухарем я встречаться не хочу. Лишний раз это ебало видеть. Мне это не прикольно. Сама моделька персонажа ублюдочная. Мне не нравится. А, ну вроде как его... Ух ты, ёб... Вроде как его там убивает чела, я не помню, как его зовут. Почему это аномально не срабатывает, когда в нее кидаешь, она должна сработать. Вон он, он на мосту, что ли? Собаки там. Он лежит, что ли? Вон лежит. О, смотрите. Леон, монолит. На. Поздно, не вытяну. Более больше. Помоги. Передал друг прица. А? Кейс. На Припять. Там охрана. Скажи, от Леона киборгу, кейс, тебя не тронут. Где он, кейс? Я кейс-то не вижу. А, он там. Вот он. Отнести кейс в Припять. Ну раз он мучается, давайте туда. Вот так сделаем. Все, отмучился. О! А это что? Высокочастотная рация Grandic. Какой-то. Используется для обеспечения связи на огромных дистанциях. Производство Германия. И зачем она мне нужна? Кейс. Кейс перехвачен агентом монолита у наемника. Леон просил доставить кейс Припять, не открывая его. Открываем. Что, погнали? О, как меня скинуло прикольно. Погнали. Кто? Один фиксируется человечек где-то. Двое. Вот где вы, блин, раньше были, а? Проводники. Это те бандиты, не? Типа я слушаю. Да, смотрите, это те бандиты. Давай на Скадовск. 450. На Юпитера пока идти не хочу, пока местные квесты не выполнят. В чем мне туда переться? Успеем. Сколько весит кейс? Полкило. Как говорится. Да все нормально. Так, держи тебе вот этот. И водку забирай, мне она не нужна. А вот эту я у тебя возьму. Так, глухарем встретиться, да, была речь. Где? И спросить у бороды, где глухарь. Найдешь артефакты? Глухарь инфра сказал, что пойдет портовым краном. Я, кажется, помню эту тему. Заткнись. Насчет портовых кранов. Там же труп этого врача я надо будет найти, да? Давайте распутаем эту фигню и закончим серию. Чтоб максимально прок был такой. Так, ну...
Что? Это мне один, там еще бандит бегает. Что-то. Тут их трое. Ну, это тем хорошо, что трое. Облутаем. Мне нужны деньги. Мне нужны патроны и детали мне тоже нужны. Впереди кто-то светится зелененьким. Надо посмотреть, кто. Спасибо, что спас Петруху. Пожалуйста. Один человек фиксируется, но это фиксируется, вот он, труп серенький, видите? Здесь. Я сейчас мимо пробегал, и вот он лежит. Данила, вольный сталкер. 30 рублей. А вот, собственно, и чел. Ну, я помню это, хватит. Я знал, что меня раскроют. У тебя, видимо, много вопросов. Не успел, чел, я тебя опередил. Ну, он уже рассказывал мне про свою вот эту зависимость. Крови там и все такое. Опа, очки, глухарек, еще и не облутали его. Теперь у меня есть хабар глухаря. Теперь у меня есть хабар глухаря. А Зови Припяти, по-моему, это пустая была. Ну, я могу ошибаться, конечно. Рассказать на Скадовске, что произошло. Благо тут рядом бежать. А хабар глухаря где? Ну, потом возьму. Не пойду за ним сейчас. А вот доложить при теме надо. Благо тут недалеко бежать, поэтому все. Тормошить его. Пап, покажи сталкера. Пап, ну покажи сталкера. Десятка, координаты жетон. На каждой руке по черепу. И начинает, как в кукольном театре. Ранг повышен на 11. Ну, нифига себе. Слушай, как думаешь, тут кровососы есть? Правый. Получено достижение сыщик. Но... Высококачественная рация. Нашел его мертвого монолита. 2500 тактика ведения боя. Так я не просто так рацию нашел, посмотрите. Хорошо. Вот не просто так рацию примутили. Это сразу забирай. Чуть-чуть патронов. Иди, нечего тебе тут делать. Знаю. Да, надо будет обязательно инструменты промутить. Что? Замена основных компонентов? Наверное, нет. Очень дорого оно стоит. Так. Опа, посмотрите. Еще один врач. Что там? Ранение? Новый. Фельдшер, слушаю тебя. Могу ли я чем-то помочь? Определенно можете. У меня имеется новый антидот, который они видели на Янове. Костоправ будет очень доволен. Сам доставить антидот. Согласен. Антидот фельдшера. Передать Костоправу. Зашибись. Ну, не уже выхожу, я потом доставлю его. Сейчас я не хочу доставлять. Вот он, смотрите-ка. Так, есть еще квестовый чел, вот этот, меч. Подожди, по-моему, я и помню еще квестовый сидел. Да где он? Еще хабар не хуже. Здравствуй, можешь выручить? Разве я заплачу? Что надо?
Доставь заряды для фейерверка одному долговцу по фамилии Коневский. Координаты я тебе дам, а то, понимаешь, съела чего-то, с толчка не могу отойти. Возьмешься? Неплохо, неплохо. За одну ходку. Давай, посылка Коневского, держи. Если так и дальше пойдет, в гробу я видал ваш хваленый клондайк. Ха-ха, посмотрите, взрывчатка. Ну, что поделать, тут уже будем, ребят, сохраняться. Время не резиновое. Следующую серию увидимся, будем продолжать выполнять квесты. Но еще вот этот чел. А, главный по спецоперации. Как я вижу, ты по рангу еще совсем слабон. Это плохо. Потому как у меня есть одно очень важное задание. Но доверить новичку не могу. С другой стороны, доверить особо некому. Так что наберешься опыта, приходи, поболтаем. Адреналин обещаю. Ну, я его не очень люблю. Вот в чем дело. Ну да ладно. Все, что. Спасибо за внимание большое, за просмотр. Всем пока.